и сегодня добродушный, и завтра. И он добродушный не потому, что он, так сказать, сегодня так сложились обстоятельства, что все вот его тут поздравляют, все ему все дают, и он добродушный. Завтра его не поздравляют, не дают, он на всех кидается, как злая собака. Нет уж, если он добродушный, так он равен самому себе во всех изменениях, так? То есть он есть в себе. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. Простое нечто, потому что еще не представлено как два момента, каждый из которых есть нечто. Вот почему простое. Еще мы одностороннее его берем. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. То есть это ваше качество не только внутри у вас, оно еще проявляется по отношению к другому, к другим людям. Если вы добрый человек, то это не только, что вы такая добрая, что чувствуете, что вы добрая. И так и равны самой себе. Ну что-то вы делаете хорошее или нет? Вот если вы что-то, ничего хорошего не делаете, то вы не находитесь в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. То есть вы удерживаете это свое в себе через сопротивление иному. Если человек добропорядочный, то он добропорядочный не только в прекрасных и тихо и спокойных условиях. Он при любых условиях всегда это сохраняет. Это с одной стороны. С другой стороны. А с другой стороны, раз оно находится в единстве с другим моментом, это мне сейчас в нем бытием, а в нем бытие – это соединение в себе бытия с бытием для иного. Через это бытие для иного, говорит Гегель, можно проникнуть во в себе бытие и изменить определение. То есть, да, человек добрый, хороший и так далее. Ну, бывает, что происходит, что перерождение человека. И он из доброго становится злым. А некоторые переродились, особенно когда все общество перерождается. Как вот, скажем, некоторые бывшие коммунисты и даже профессиональные коммунисты стали вдруг антикоммунистами. Как Ельцин. Вот вы верите, человек всю жизнь не верил в Бога и вдруг поверил. Когда ему стало 60 лет. Это что-то ненормальное. Таким людям нельзя доверять, и церковники таким людям и никогда не доверяли. Или вот тот же самый генерал Власов, он в Красной армии служил генералом, да? Он участвовал в борьбе с гитлеровским фашизмом. Потом он раз и перешел на сторону Гитлера. И как вы думаете, Гитлер дурачок такой, чтобы его куда-нибудь посылать на серьезные дела? Поэтому никуда он его командовать. Какими-то там армиями, которые на серьезных направлениях не посылал. Почему? Потому что попам и растригам нельзя доверять. Один раз человек изменил, так он и второй раз может изменить. Какое может быть доверие? Вы приходите и говорите, я вот вчера служил вашим врагам. Я хочу служить вам. Я сразу думаю, а что вы хотите от меня получить? Сейчас она от меня что-то получит. И потом придет, видите, я к нему сходил и все получил, и вам приношу. Дайте теперь вы мне. Можно таким людям доверять? Поэтому такое бывает. То есть определение – это не что-то такое абсолютно окончательное. Раз оно тут есть, это единство с нем бытием, оно тоже вообще подвижно. Вот это диалектическое понимание определения. Ничто не вечно под луной. Бывает и так, что люди меняются. И меняются на противоположное. Вот это замечательное определение определения. То есть это такое качество – если это ваше определение, то оно во всех изменениях сохраняется и себя утверждает, и проявляет себя вовне. Правильно? Если вы добрая, то значит и вы и по отношению к нему, и к этому, и к этому, и ко мне добрая. И даже еще по отношению к всяким злым людям вы не добрая, если вы добрая. Правильно? Какое же это доброе, если вы пришли злые люди, и вы снова с ними добрые? Нет, это уже... Вы, значит, не утверждаете свое, не удерживаете свою доброту. Свое качество. А ваше качество избирательное. То оно себе равно, то оно себе не равно. Ну вот остается... Еще мы не всю определенность рассмотрели. А мы же говорили, что есть такие моменты, как в себе бытие, в нем бытие и бытие для иного. А вот определенность, которая есть лишь бытие для иного, называется как? И вот тут, к сожалению... В изданиях науки и логики 70-х годов везде написано «свойства». А потом в учении о сущности там говорится о свойствах снова. А в собрании сочинений Гегеля правильно переведено «характер». То есть, если оно противляется как бытие для иного, которое есть лишь бытие для иного, это характер. Человек хороший, а характер бывает тоже хороший.
Вы все поняли. Вот одно время мы, значит, была такая у нас ситуация, была такая в Институте философии Академии наук Валентина Даниловна Скоржинская, доктор наук, крупный специалист по чехословацкому ревизионизму. Книга такая вот была, вот, такая, толстая у нее написана, «Обыкновенный ревизионизм». Мы ее пригласили выступить у нас в университете в Петровском зале. Организовывал Виктор Георгиевич Долгов это мероприятие, поселил ее в хорошую гостиницу и так далее. Она, написавшая очень хорошую книгу, она в отношении, личных отношениях, ну, совершенно была несносная. И вот она говорила, куда вы меня поселили, куда вы меня затолкали в какую-то дыру, да как на таком расстоянии, как я оттуда вообще буду добираться. И этот бедный Виктор Георгиевич страдал. Я не страдал, потому что я так наплевательски относился к тому, что человек говорит. Важно, что человек хороший, и пусть бормочет все, что угодно. Книжка отличная, и пусть говорит все, что угодно. Это никак не поменяет эту замечательную книжку. Поэтому я как-то так от мимо ушей это все пропускал. А он все обижался, думаю, ну что же за безобразие такое. То есть бывает такое, что характер, и все-таки не стоит характер отождествлять с определением, правильно? Бывает такое, что человек, а бывает наоборот, такой ласковый, ласковый какую-то подлость тебе сделает. Вы какие, хотите таких ласковых людей, которые будут вам делать подлости? Лучше пусть будет смотреть, что вы, смотрите на меня волком, только не режьте. Это же, это важно, правда? То есть не будем уж так, мало ли человек почему хмурый, вот смотрит хмурый, потому что что-то говорит, такое говорит. Мало ли почему, сегодня хмурый, завтра не хмурый. То есть, по крайней мере, не надо путать определение человека с внешними проявлениями, правильно? Вот это такой вот, уже такой мудрый довольно отрезок, вот, который мы рассматриваем. Но этот отрезок позволяет нам теперь уже говорить о том, что же такое изменяющееся нечто. Это равенство с собой и неравенство с собой одновременно. Правильно? Вот мы все тут рассмотрели. Вот. И если я задам вам вопрос, вот вы равны самой себе? Скажите, вот вы равны самой себе? Неправильно. Ну, как вы так сразу и да, и нет? Ну, если я вам... Вы можете... Ну, я же вас не спрашивал, вы равны или не равны, и не равны. Я вас спрашивал, вы равны самой себе, да или нет? Вы можете ответить? Да. Да, вот это хорошо, спасибо. А теперь второй вопрос. Вы не равны самой себе? Да. Да, вот это вот так. Вот это правильно. То есть надо и то сказать, да, и то сказать. Вы и равны... И не равны. Так это два ответа. Вот эти два ответа надо совместить в своей голове. Тогда будет диалектика. А если вы их сразу и равны, и не равны, не торопитесь. То есть и то, и другое. Первое – равны. Второе – не равны. А третье – вот вы совмещаете это, называется уже антитез. Я вам рассказывал про диалектику, притчу. Нет? Как философ в деревню приехал. Но я же вам рассказывал. Но там же есть тезис. Антитезис, синтезис. И здесь вы равны самой себе. Вы не равны самой себе. А синтезис в чем состоит? Надо вот это совместить. Соединить противоположности. Вы равны и не равны самой себе одновременно. Потому что если вы только равны самой себе, то тогда вы устраняете неравенство. Если вы только не равны, вообще вас нет. Нет у вас вообще в природе. Поэтому вы и равны, и не равны самой себе. Это уже вы когда утверждаете. А когда я спрашиваю, равны, конечно, да. Спросите меня, равен я самому себе? Конечно, равен. Спросите меня, не равен я самому себе? Конечно, не равен. Потому что когда я говорю, что я равен, что я как бы там не изменялся и не развивался, я остаюсь собой. А я не становлюсь вами, между прочим. Так, а теперь вы снова меня спрашиваете, так я, вы не равны самому себе? Конечно, я все время стараюсь тоже, как и вы, только вы студенты. А я, как в английском языке есть такое выражение, I'm a student. Что означает, знаете? Что я вечный студент, то есть все время занимаюсь. То есть все время стараюсь повысить свою квалификацию. И человек, который не повышает свою квалификацию, то есть не является студентом, он не научный работник и не преподаватель. Так что мы с вами студенты, все у нас хорошо. У нас взаимопонимание. Ну, разные студенты только, с разными званиями и знаниями,
И у нас неравенство есть тоже. Потому что вы будете сдавать, а я буду вставить от имени государства. Это страшно. Государство – это же машина насилия. Вот оценка. Поставишь двойку, человек должен уходить из университета. На мне страшная тяжесть. Грех мне не хочется брать на свою душу. Поэтому я вот стараюсь как-то вас подготовить к этому, чтобы и не надо было его, этот грех-то, брать на душу. Что я могу сделать? Ну вот я хочу сказать, что вот это понимание того, что всякое изменение – это равенство с собой и неравенство с собой – оно не очень распространено в обществе. Я, например, многократно водителей машин допрашивал на тему о том, вот мы через эту точку проезжаем с вами или нет? Проезжаем. Так вот мы в этой точке... Можно сказать, что мы в этой точке находимся сейчас? Он говорит, нет. А, нет, то есть мы вообще перелетаем, что ли? Даже если мы высоко перелетаем, так мы все равно в ней находимся. Значит, можно сказать, что мы находимся в этой точке, если мы ее переезжаем? Можно? Можно. Так... Теперь скажите мне, пожалуйста, уважаемый водитель, можно при этом сказать, что мы не находимся в ней? Потому что если мы в ней находимся, то я что-то думаю, что вы очень резко затормозили. Так резко, что я думаю, мы должны расшибиться. То есть, если вот так вот вы ехали со скоростью 60 км в час, и только вы находимся в этой точке. Это ужас. Значит, мы в ней и не находимся. Правильно? Значит, как изобразить ваше движение, дорогое? То, что мы находимся и не находимся в этой точке. И никак другим образом механическое движение не изобразить. Не изобразить иначе. А? Водитель преклонился, согласился. Ну, надо же, говорит, такое. Сколько, говорит, я езжу. У меня был другой разговор тоже, очень интересный. Я был в Невинномысске. Ну, изучение диалектики, оно приучает такому к вниманию к понятиям, что они вообще означают по своему смыслу. И вот меня знакомит мой коллега, который меня пригласил в Невинномысск, он был первый зам главы администрации города Невинномысска. И он говорит, вот товарищ у нас, вот, нас провожает. И тот товарищ, который нас провожал, говорит, я вот начальник местной криминальной милиции. Я так на него посмотрел, говорю, что, криминальный? Да. А потом так посмотрел на меня еще. Надо же, говорит, я сколько лет я уже работаю, никогда не задумывался. Криминальная милиция. Если уже милиция, все говорят, криминальная милиция у нас. То есть какая? Преступная. И сами и пишут. А вот сейчас про терроризм тут пишут все. И пишут, что вот криминальный отдел. Мысля, и криминальный отдел. Что-то хотите тогда? В милиции уже криминальный отдел. Все, окружили. Что, трудно было антикриминальный написать? Или? Вот пожарное училище, это хорошо, конечно. А антипожарное училище плохо было? Чего учат-то, чему? А самое смешное было, что на Московском проспекте есть пожарное училище, оно сгорело. Пожар был там. Это было очень смешно. А еще есть у нас еще аналогичное учебное заведение. Вот так мост есть там дальше туда, если ехать по Свердловской набережной далеко. И там есть такое училище противопожарной обороны. То есть пожар наступает, а мы обороняемся. А их все больше, а мы все отступаем. Видели у нас сколько пожаров в лесах? Мы знаем, от чего эти пожары. Убрали лесников. Там нет соответствующего контроля за этими самыми лесами. Вырубает как попало. Нету соответствующих делянок. Нет соответствующих санитарных рубок, которые не проводится вспашка, необходимая для того, чтобы не сгорали села. Ну что для этого нужно сделать? Если у вас село окружено лесами, ну сколько метров вот нужно, чтобы вот огонь, который при ветре перелетал и зажигал бы деревянные избы. Ну, сколько нужно иметь? Ну, 20 мало, 50 мало, 100. Ну, 150, 200. Ну, 300 метров. Уж не перелетит огонь. Что нужно сделать? Вскопать. Вскопать нужно. Просто вскопать, чтобы огонь не перейдет. Для этого взять трактор и вскопать, а не рассказывать, как мы боремся с пожарами. Не надо бороться за чистоту, надо подметать.
Так говорил профессор Рященко у нас. Доктор экономических наук, разведчиком был в войну. И не будут сгорать. Но если села остаются, там три старика. Они не могут вспахать, их техники у них нет, ничего. Государство должно этим заниматься. А государство говорит, ничего, сейчас ваше село сгорит, мы вам новые дома построим. И строят. Ну, так давайте, они загорают, они опять строят, а вот полосу так и не делают. Потому что на полосу это надо деньги выделять. А на строительство домов бюджетные деньги выделили, тут прибежали капиталисты, на этом нажились. На строительство домов. Это же хорошее дело. А это что полосу? Тяни и тяни трактором, там плуг прицепил, и паши и паши. Долго ли это вскопать-то? Ерунда. Такие поля вспахивают, уж вспахать, подумаешь, вокруг. Но если там есть деревья близко, отделите их от леса, ну, срубите их, спилите, сожгите, на дрова заготовьте. А? Скопать. Зачем выкопать? Скопать, чтобы лес, чтобы огонь, он или по траве перемещается, вот по грунту, или перелетает. Ну, так вам на такое расстояние, чтобы он верховой огонь не прошел, и чтобы он не прошел по земле. Это надо просто скопать. По пашне огонь не пойдет. Ну, если у вас торф, то, конечно, это им не ограничится. Там надо вскопать и ров делать, правильно? Если торф. Ну, это редкий случай, когда торф. То это у нас тут торфяные болота. Тут очень опасно. Потому что там загорится, и трактор может провалиться туда, вглубь. Потому что они очень глубокие. И вот, видите ли, оборона пожарная. Весь пожарные все в обороне. А огонь все наступает. Пожаров все больше. Страшно становится. Значит, что мы с вами, какой вывод имеем? Вывод мы имеем такой, что изменение выражается тем, что есть изменяющееся нечто. Это есть нечто равное самому себе и неравное самому себе одновременно. И вот понимание этого обстоятельства все более входит в жизнь. А как оно входит в жизнь? Вот я рассказываю. Поскольку я это давно преподаю, вот как-то я после такого преподавания этой темы спускаюсь в метро. И вижу. Плакат, стенд написан, нарисована девушка очень красивая, в цветастом платье написано «Чаще меняйся». Не совсем диалектично. Во-первых, все люди меняются все время. Как чаще? Как можно чаще меняться? Вы же все время меняетесь, если живая. Или можно жить и не меняться? Можно так вот не менять? Как чаще меняйся? Что значит чаще? А что вы? Я сейчас неизменный, сейчас изменюсь. Что я этими импульсами меняюсь сейчас? Так, что ли? Как чаще меняться? Как в кино, знаете, как кадры отдельные делать? Потом, если быстро пустить, вроде как и не видно, как эти скачки. Поэтому я не очень удовлетворился. Но я думаю, какая-то пропаганда изменений хорошая. Ну, а потом меняться можно в лучшую сторону, можно в худшую. Вы чаще хотите в лучшую сторону меняться или чаще в худшую? А что, не написано в какую? Главное меняться. А в какую? Это безразлично. Лишь бы вы были не такая. И некоторые так говорят, сегодня я никакая. Так это что хорошего-то? Так, ну это не все. В следующий раз я иду вот через Дворцовую площадь. Вот когда я иду, я в это время обдумываю, как я буду читать лекцию. И тут я остолбенел. На углу стоит стенд и написано. На углу Дворцовой площади, прямо там, где автобусные, троллейбусные остановки. Меняйся, но оставайся собой. Орифлейм. Вот дает Орифлейм. Во, кто знает диалектику. Орифлейм. Меняйся, но оставайся собой. Меняйся – это бытие для иного. Оставайся собой – это в себе бытие. И Орифлейм уже это все. А мы еще с вами не знали тогда, не прониклись. Они уже прониклись, чувствуете? А может, уже наши студенты уже пошли туда, в Орифлейм работать. Все подрихтовали. То есть входит это в плоть и кровь потихонечку. Потихонечку входит. То есть вот что такое изменение. Теперь
когда говорят, это изменение, это что-то хорошее или это что-то плохое? Что мы можем сказать про изменения вообще? Это что-то положительное или что-то отрицательное? Что вы скажете про изменения? Наверное, хорошее. Если хорошее, у вас деньги есть с собой? Ну, немножко есть. Ну, сдайте их, пожалуйста, сюда. Не-не-не, только не надо тут спорить. Вы уже сказали, все хорошее, несите сюда, вот, мне оно пригодится. И у меня будет изменение. Во-первых, у вас будет изменение, это хорошее. И у меня будет изменение, это тоже хорошее. Я даже скажу, что мы с ними сделаем. Вот он у меня есть товарищ, мы пойдем за ваше здоровье. Отметим. Да. Во. Во, покажите, сколько там воде. О, хорошо. Не, подождите, я же хитрая. Хитрая, смотри, сейчас она даст мне одну копейку, я знаю. Да чего? Да какой жадный. Карточки. Да чего жадный народ пошел? Мне деньги на карточке. Отдайте ее. Так, карточка ваша недействительна. Ваш банк лопнул. Это еще одна категория. Это знаете, какая категория? Учение о сущности, том 2, почитайте у Гегеля, недействительно. А то, что сейчас бывает карточка недействительна, объясняю. Недавно я взял карточку своей жены и по ее просьбе пошел снимать ее зарплату. Бац-бац-бац, набрал пин-код, тум-тум, потом оттуда выскакивает, все хорошо, пин-код съел, банкомат, потом выскакивает бумажка. Ваша карта просрочена. Ну, то есть, счет ваш остался, деньги на нем остались. Но надо заказывать новую карту. Причем мы-то брали деньги в ближайшем банкомате, а заказывать надо вот черти где, у черта на куличках, где она это, сначала эта карта делалась. Поэтому это отличается. Это вот мы с вами говорили, что есть наличное бытие, а что есть бытие. Бытие денег есть, а наличного бытия нету. Вот. Но это ладно, карта это оказалась недействительна. Она есть, поэтому что нам, выдавали действительную карту или недействительную? Откуда вы знаете? Пока вы тут сидели, вот тот банк, возможно, лопнул. Нет такого у нас сейчас, не бывает? Будем надеяться, что вы в это число не попали, но я не сомневаюсь, что вы знаете, что очень многие люди, которые в крупнейшем, можно сказать, организованном правительством Татарстана банке, в Татбанке, имея на руках эти карты, не могли получить наличные деньги. То есть карты их оказались недействительными. Почему? Потому что банк оказался недействительным. Думаете, у нас мало банков, которые все перечислили деньги за границу и улетели хозяева? Один из них, крупнейший, 200 миллиардов перечислил, 200 вывел из России. И сам сел, так сказать, на самолет улетел. И его, так сказать, теперь ищут розыск, фамилия его известна, все. А вот минимальный объем, который выведен так за границу, 20 миллиардов. Сколько народу было таких, как вы? И они вот так трясли этими карточками красиво. А потом пошли в банкомат. Да. Это у меня дед говорил, говорит, пойдете вы по приступочкам ходить, правду искать. Значит, показываю. Вот вы мне показывали, да? Я вам покажу. А у меня есть 100 рублей на лицо. Наличные лицо. А у вас оно недействительно, возможно. А возможно, действительно, я не знаю. Под вопросом. Поэтому, потому что это не налицо. Это может быть. Может быть, даже и другое. И не может не быть, пока я тут сидел, в связи с тем, что у нас инфляция 4%, ее искусственно поддерживают на уровне 4%. Пока я тут сижу и пока вы тут сидите, наши доходы в реальном выражении все время уменьшаются. И по сравнению с 2013 годом реальные доходы граждан России сократились до 90,5% от уровня 2013 года. Так что то, что вы сейчас сказали, это подтверждается очень сильно. Не то, чтобы совсем она пропала, у меня 100 рублей, а у меня не только 100, у меня всю сумму, с чем я обладаю, уже 10, считай, почти 10% изъят. Мне кажется, даже в реальности больше. Это не вам кажется, это им кажется, что так мало. А вы-то знаете, что на самом деле они-то считали с островами и с огромными домами этот самый коэффициент инфляции. А вы смотрите по сметане, по творогу, по морковке, по гречи. А когда вы смотрите, там получается не 4%, а все 15%, тут 25%, так? Ну вот, так что вот это мы должны тоже различать. Поэтому теперь, то есть,
Я подвергаю сомнению ваше выражение, что в этом, что это вот, когда изменения, это хорошо. Ну, как я должна была ответить? Это и хорошо. Ну, вот смотрите, вот. Ну, как оно зависит от ситуации? Вот смотрите, мы два живых человека. Какая ситуация зависит? Вот смотрите. Вот раз мы с вами два живых человека, о чем это значит? Что мы родились. А раз мы родились, то мы умрем. Ну, вы не умрете, допустим, я. Давайте на мне будем опыты делать. Тоже самое за компанию, да? Хорошо, уже мне не грустно. И это изменение состоит в том, что мы с вами стареем. Чего вы тут хорошего нашли? Ну, чего хорошего нашли, что мы с вами стареем? Вот эти люди молчали, они молчат насчет того, что это то, что они стареют, что им это нравится. А мы с вами вляпались в то, что вот мы стареем, и это хорошо. Как будто сами, так, хорошо. Мы беднеем тоже хорошо. Это же изменение. Может быть, мы богатеем умнее? Это умнеем – это хорошо. Ну, вы же провозгласили какое-то есть. Я вас абстрактно спросил, изменение – это хорошо или нет? Неизвестно. Вот, поэтому нельзя сказать, что изменения – это хорошо. Тем не менее, поются всякие песни и пелись песни. Мы хотим перемен. Хотите перемен? Вот, пожалуйста, терроризм. Такого же не было. Это же перемены. Ну, такое было, чтобы, так сказать, подрывали людей в метро. Вы хотели перемен? Вот вы получили перемены. Как можно хотеть просто перемен? Можно конкретные перемены хотеть. И отличает положительные перемены от отрицательных перемен. Если человек не может отличить положительное, отрицательное, добро от зла, а просто утверждает, давайте перемены, вот этим занимался Горбачев. Он же не мог сказать, давайте разрушим Советский Союз. Вы слышали такое от Горбачева? Чтобы он взял и сказал, давайте уничтожим Советский Союз. Такого не было. Он что говорил? Давайте перестраивать. Вы перестроились? Вы еще не перестроились? А вы перестроились? Ну, так ходил Михаил Сергеевич. Однажды Михаил Сергеевич ходил по рынку, хотел интересовался ценами. А чтобы его не заметили, не узнали, сюда вот обезьянку на плечо посадил. И вот он ходит, ходит по рынку, спрашивает, сколько стоит, что. Никто на него внимания не обращает. Вот что-то так ему показалось странно, что вроде он известный человек, а вдруг... Все, так сказать, спокойно относятся к тому, что он ходит, он к какому-то продавцу подходит и говорит, вот слушайте, вы меня знаете? Конечно. Ну, кто я? Ну, кто-кто? Михаил Сергеевич. Но вот Раиса Сергеевна Максимова очень изменилась. Которая у него обезьянка сидела здесь на плече. А вот Раиса Максимовна очень изменилась. Изменения всякие бывают. То есть нельзя рассматривать изменения как что-то положительное. Точно так же, как нельзя вообще изменения рассматривать как что-то отрицательное. Изменения, можно сказать, как что-то непременное. То есть нет ничего не изменяющегося. Вы что-нибудь такое не изменяющееся можете найти? Нет. Нету ничего в мире не изменяющегося. То есть вот не изменяющееся – это абстракция. Вы взяли и зафиксировали только равенство с собой. Абстрактно взяли, абстрагировались от неравенства с собой. Или вы взяли и абстрагировались от равенства с собой и сосредоточились только на изменении. Тогда нет равенства с собой, вы от него ушли, тогда может получиться, что оно будет разрушено и уничтожено, это равенство с собой. И вот как разрушен и уничтожен Советский Союз. Дескать, давайте перестраивать. Что перестраивать, во что будем? Вот, скажем, у нас есть выставочный зал на Исаакиевской площади. Что там раньше было? Конюшни были царские. Там и кони стоят, да? Ну, если конюшни перестроили в выставочный зал, это хорошо. А если мы выставочный зал в конюшни перестроим, это будет хорошо. Или в Москве есть Кремль. Кремль же был деревянный сначала. Но если вы перестроили в каменный Кремль, это хорошо? Хорошо. А если мы опять деревянный перестроим? Нехорошо. Как можно вообще говорить о каком-то изменении? И вот люди, не знакомые, не внимательные к понятиям, они вообще жертвы политического мошенничества. Например, вот был у нас референдум о Советском Союзе. То есть за изменения. Вот вы же за изменения выступили, что-то мы там хорошее увидели. Вот Горбачев предложил со своим дружком Яковлевым, который был ярый враг, как выяснилось, и социализма, и Советского Союза, Александр Николаевич, подготовленный
Канаде. И вот этот Александр Николаевич Яковлев с Горбачевым придумали вопрос для референдума 17 марта 1991 года, всесоюзного. Вы за обновленный союз советских социалистических республик как союз суверенных государств, в котором и так далее. Что содержится в этом вопросе? Вы за обновленный союз советских социалистических республик как союз суверенных государств. Что здесь содержится? Какой смысл этого вопроса? Основная масса населения – миллионы, десятки миллионов, можно сказать, даже больше сотни миллионов человек, не вдумывалась, за что они голосуют. Дескать, вот написано, мы там голосование за Советский Союз. За что? За превращение Союза Советских Социалистических Республик в Союз суверенных государств. Объясните мне, что такое Союз суверенных государств? Отдельный государств. Ну, вот как у нас. Только суверенный можно написать на независимый, переделать. СНГ это и есть. СНГ это что такое? Это ничто. Это ничто. Это поэтому... А у Горбачева была готова Конституция, ССГ. А что, Конституция была очень простая. В Конституции ССГ, Союза суверенных государств, она может быть состояться из одной фразы, эта Конституция, что все решает отдельное государство, и все. Потому что, чтобы вы не нарешали сейчас, вот, сейчас вот видите, здесь как много, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, а я один. Ну, если я суверенный, то мне какая разница, что вы нарешали. Или я вот решил, что угодно, про вас. А вы суверенные. А понравились вы мне. Имею право. Ну, если вы хорошо так на меня смотрите, я сразу думаю, вот я вот тут так разговаривал, а тут дайте с вами поговорить. Для интереса. Вот вы суверенные? Можете отвернуться от меня, сказать, а я суверенный, я не хочу с вами разговаривать. Это правильно. Вот это в этом суверенности состоит. И вообще не хочу с вами разговаривать, и отвернитесь от меня, отстаньте. Правильно? Нормально. Это вот, вот это и есть проявление, потому что вы точно, вы первое и единственное сказали первое, что суверенных государств, это вот из разделенных. А как в гимне пелось Союза Советских Социалистических? Союз нерушимый, республик каких? Свободных. А что такое свободные? То есть мы свободно можем соединиться с вами в единое целое, в единое государство. А можем соединиться в союз разделенных государств, суверенных государств. То есть что означал этот референдум? Если люди проголосуют «за», то они проголосуют за то, чтобы союз, федеративный союз, то есть союз свободных государств, которые соединились в единое государство, в единую федерацию. У нас же было единое законодательство, и все должны были ему подчиняться. А это будет союз суверенных, то есть нет Советского Союза. А если против проголосуют, вот написано, вы за союз Советских Социалистических Республик как союз суверенных государств. Вы проголосовали против Советского Союза, опять вы против Советского Союза. И так против, и так против. А потом собираются три человека, да? Ельцин, Шушкевич и... Кто тогда был? Кравчук, да? Три человека. И в соответствии с этим референдумом, раз проголосовали, подписывают. Какие претензии к ним? Говорят, вот Ельцин, Шушкевич и Кравчук разрушили Советский Союз. Нет, они выполнили волю. И вот есть такие люди сейчас, они считают себя коммунистами, всем пламенными, которые отмечают как бурную радость и величайшее событие этот референдум. Дескать, народ 17 марта 1991 года проголосовал за Советский Союз. Да вы хоть читали, за что он проголосовал? Вы вот каждый, вот у кого есть интернет, вы можете сейчас открыть, и там написано. Вы за Союз Советских Социалистических Республик, как Союз суверенных государств. Ну неужели непонятно, что люди проголосовали, вот, надо думать же, а за что вы голосуете? Ну как, говорит, мы будем думать? Когда думать? Некогда думать. Некогда обдумывать. Нет привычки обдумывать, за что вы голосуете. Сначала проголосуют, потом обдумывают. И сейчас, раз уж мы проголосовали, то уж тогда все. Но если вы какую-то глупость сделали, так что на этой глупости надо настаивать? Или тем более, ну хорошо, люди не разобрались там, простые люди не поняли. Ну, а идеологи, которые претендуют на то, что они борются за возрождение Советского Союза, как же вы будете бороться, если вы не поняли, за что произошло голосование? И не понимаете, что означает голосование как некий политический акт. Если это политический акт, понятно, за что вы проголосовали. Это один пример. Второй пример. Вот сейчас действует Конституция. За нее кто-нибудь голосовал? А? Нет, никто за нее не голосовал. Она никогда не, это на голосование не ставилась.
Как было дело? Я могу вам рассказать, как участник конституционного совещания. Я был от РКРП, не только участник конституционного совещания, но и как один из разработчиков конституции, которая была подана Слободкиным, судьей Солнечногорского района. И было всего 5 проектов. Конституционное совещание проходило в Мраморном дворце, в Кремле. Вот. И вот мы туда, значит, вот предлагали разные варианты. И были следующие проекты. Был проект комиссии Румянцева. Ельцин, как председатель комиссии Верховного Совета, секретарь комиссии Румянцев, был председателем вот, и, следовательно, автором как бы проекта комиссии Румянцева. Потом он был, он же, записан был как автор вот этого проекта, который считается сейчас Конституцией. Был проект Собчака. Был проект Жириновского. И был проект Слободкина, вот, который я тоже представлял там. Я вот раздавал «Народную правду», газету «Народная правда», в которой я сейчас главный редактор, а тогда был главным редактором Долгов Виктор Георгиевич, наш бывший первый проректор университета. И вот я, значит, там раздавал. Единственный человек, который не понравилось то, что я раздавал, это Собчак. Он такой шум поднял, что все сразу стали кричать: «Дайте мне, дайте мне», и я все раздал, что у меня было всем участникам совещания. Ну и дальше что? Вот эти, во-первых, проекты не были распечатаны так, чтобы все с ними познакомились раз. Тоже Жириновский мрачно ходил и раздавал какой-то свой проектик вот так поштучно. Это раз. Во-вторых, ну как можно себе представить голосование за Конституцию? Голосование за Конституцию означает, по закону о том, как принимается Конституция, нужно, чтобы проголосовало за проект, чтобы он стал Конституцией, более половины имеющих право голоса в Российской Федерации. Не более половины принявших участие в голосовании. У нас часто бывает голосовало 30%, из них 16% за. Это значит, получается, 16% определили судьбу страны. А сейчас снят этот барьер. И сейчас, если Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич выйдут на голосование, двое, то прошло голосование законно? Ну вот если их голоса разделятся, то тяжело будет, непонятно как быть. Если не разделятся, все будет принято и все. Так? Нету этого порога. Был такой порог одно время, там 20 с чем-то процентов. И вот, значит, в связи с этим, как можно себе представить вот этот процесс принятия Конституции? Таким образом, что есть 5 проектов, их распечатывают, проходит обсуждение несколько месяцев, да? Голосуют люди, там, выступают в печати, по радио, по телевидению, рассматривают, отстаивают, доказывают. Я доказываю, что мой хороший, а вы доказываете, что мой плохой. Доказываете. И мы спорим. Потом проходит голосование. Какое? Это называется рейтинговое голосование, потому что сразу ожидать, что кто-то наберет больше половины, маловероятно. И вот выяснится, что первые, больше всего голосов набрали какие-то 2 проекта. И, допустим, они набрали 60% голосов вместе. Но ни один из них не набрал больше половины. А чтобы он стал Конституцией, надо, чтобы он набрал один больше половины. После этого, когда вот эти 2 вы берете, проголосовали за какой проект больше. 2 ставятся на голосование. Не 5, а 2. И вот выяснилось, что вот за этот больше. Остался один, и вот его ставят на голосование. Третий тур. И вот поставили один проект на голосование. Если за него проголосует больше половины имеющих право голоса в Российской Федерации, он становится Конституцией. А если не проголосует, то он не становится. Если будет меньше там, на один голос, все, не становится. А что тогда остается? А такая Конституция, которая была, как она называлась? Конституция РСФСР. Конституция РСФСР к моменту этого голосования, к 93-му году, какая была? Советская или буржуазная? Да какая она может быть советская? Она все приватизационные законы, там она латаная-перелатанная была. Там все было готово для проведения. И уже были проведены все преобразования буржуазные. К 93-му году, вспомните. Какая может быть советская? Там все было вполне буржуазное. И вот теперь, что было на этом опросе? Его оформили не как референдум, а как всенародное голосование, чтобы уйти от закона о том, что нужно вот это вот больше половины, чтобы участвовало. Это просто всенародное голосование. Тогда вроде бы как ничего не написано про это в законе. И вот на это всенародное голосование вынесен вопрос. Вы признаете Конституцию Российской Федерации? Если не признаете,
Вот по Белому дому стреляли, и по вас сейчас как шарахнут из танков. Как это можете вы не признавать Конституцию? Человек, который не признает Конституцию, это не признает основной закон. Вы не признаете основной закон России. Так, у нас есть вообще войска внутренние, в конце концов? Ну, так надо, чтобы они зря не... Они зря и не стояли. Они ударили по Верховному Совету, по Белому дому. А вы не признаете Конституцию, а вам ударят. То есть, короче говоря, голосуем. Все хорошо. А за что голосовали? Так и так, Конституцию голосовать, что я признаю Конституцию. Ну, Конституция – это Конституция. Не об этом ли речь? А какой проект из тех, которые сделаны, сделать Конституцией? Ни за один проект не было. Какого голосования? Вообще никакого не было. Ни одного голоса за это, вот, то, что называется Конституцией, не было. Но это не должно вас печалить. Почему? А потому что это общее правило для всех Конституций при всяком изменении строя. Ну, как вы думаете, за советскую Конституцию большинство голосовало? Сначала появились Советы. Потом появилась советская власть. Правильно? Сначала Советы, потом советская власть. Сначала рис, потом рисовый плов. Как не может быть, наоборот, плов, потом рис. Нет, сначала Советы, потом советская власть. А потом советская Конституция. Так? Ну, и за нее проголосовало, конечно, большинство. Это ясное дело. Но сначала надо вопрос о власти решить. Точно так же. При всяком изменении, принципиальном изменении Конституции, вся предыдущая законность отвергается. Она, советская законность, была отвергнута к этому времени, правильно? И создается новая законность. И никогда она голосованием не создается. Это общее правило в истории. Поэтому, несмотря на то, что я вам рассказал, это не просто нарушение демократического порядка, это общее правило в истории. Речь, когда идет о мелких изменениях, тут-то вот голосуют все, спорят, обсуждают и какие-то там находят... комариные там изменения, которые надо проголосовать. А когда речь идет о том, чтобы это все выкинуть и построить вместо, скажем, парламентской республики, президентскую республику, что у нас создано вместо того, что было по той Конституции, ну, тогда и никто и не ставит ничего на голосование. Поэтому это не должно нас расстраивать. Как говорится, если, так сказать, опять будет принципиальное изменение, оно не будет как изменение Конституции. Оно будет как отвержение этой Конституции, утверждение другой. Это мы все рассматриваем вопрос об изменениях. Перестройка как изменение. То есть, может быть, путем последовательных изменений превратить мощное социалистическое государство в слабое капиталистическое. Сейчас какая по силе, какое по силе государство России? А мы бы на каком месте были в мире, Советский Союз? В смысле, военный потенциал? А? Военный потенциал. Почему? По экономическому. Второй. На втором. По производительности труда она при этом. Была Соединенные Штаты Америки, потом Франция, потом Советский Союз. Ну, по нашим космическим делам мы были на первом. А как вы думаете, если мы первые запустили в космос и спутник, и человека, и первые сделали водородную бомбу, то как вы думаете, как это можно быть, за счет чего? За счет того, что мы... А по экономике мы на втором месте стояли, то есть за счет науки и образования. А сейчас нам видно, что это вот не такое недопустимое. И один годик-то срезали. Вы сколько будете учиться? 5 лет. Так вы вечерники. А раньше вечерники учились 6. А дневники учились 5. А сейчас дневники сколько учатся? Значит, докладываю вам как профессор нашего университета, что есть единственный университет в советском, в России, московский, в котором количество людей, которые занимаются в магистратуре, равно количеству людей, которые в бакалавриате. А в нашем университете и во всех остальных университетах и вузах России бакалавриат приходит вот, а магистратуру вот. Ну, не, во-первых, меньше мест, а просто меньше мест. То есть ваше образование не распространяется на всех тех, кто был в бакалавриатуре, а распространяется на узкий круг людей. То есть основная масса людей не получает образование 6 лет, а получает только 4-годичное. А вечерники 6-годичные. И вот я преподаю в магистратуре, и хочу вам сказать, что именно потому, что магистратура – это 6 лет, а попробуйте 6 лет отсидеть без нужды, когда за 5 лет готовили специалиста. Вот поскольку за 6 лет надо
подготовить. Если даже это не платное обучение, то 6 лет надо, семья должна кормить. Или вы должны сами работать. А вы и работаете, между прочим. Так вот, вы считаете очно-заочные? То есть, то вы есть, то вас нет. Я правильно понимаю? Очное – это я вас вижу, а заочное – я вас не вижу. А вот наши дорогие, я вам докладываю, что те, которые в магистратуре, вот у них там записано 5 человек в магистратуре. Вот я им читаю, курс такой же длины, 5 человек записано, ходит 2. Иногда 1, иногда 0. Вот, как, ну и что? Вот и то. Вот на самом деле, это магистратура. А теперь, поскольку они все работают, то приходится занятия по магистратуре проводить когда? В 17:10 начало. Поэтому, если вы думаете, что у вас очно-заочные, то вот магистратура, которая очная, у нас, по крайней мере, в Институте философии, начинает занятия в 17:10. И приходит их раз-два и обчелся. Меньше, чем приходит на вечерний. Поэтому... Был вечерний, он перелисовался просто в магистратуру, и больше ничего. Только он по количеству людей стал гораздо меньше. И то есть возможность получить образование у нас сузилась и сократилась. Более того, а как она может не сузиться и не сократиться, если экономическая мощь у нас ослабла? Если мы теперь на уровне чего там, Бразилии ходим? Ну а как вы можете? А как может быть такое образование? Это надо же столько иметь... богат, чтобы люди, вместо того, чтобы создавать материальные блага, в то время ходили и слушали лекции. Ну, на это нет денег. И все. Вот это изменение. Поэтому мы вот этот тезис, ну, такой гипотетически рассматриваем. Является ли само по себе изменение чем-то хорошим? Само по себе изменение ни хорошим, ни плохим. Бывают плохие изменения, то есть, которые ведут к деградации, а бывают изменения, которые ведут к подъему, к развитию. Правильно? Вот поэтому выступать просто из изменения – это нелепость. Тем не менее, например, мы это во всей пропаганде Горбачева видели одно и то. Давайте меняться, давайте перестраиваться. Хорошо, пришел Ельцин, и что было взамен? Давайте реформироваться. Вот видите, вот я вот смотрю на вашу форму. Давайте реформироваться, форма может быть такая. Это же реформирование, согласны? Или давайте такая. Сколько уже умерло женщин, которые хотели похудеть? И так они хотели, что они от голода умерли, от недоедания. Было такое? Ну, как можно? Форма-то, она содержательна. Реформа – это изменение формы. Если вы форму меняете, вы меняете и содержание. Не бывает такого, чтобы изменилась только форма, обязательно меняется содержание. Форма содержательна, а содержание оформлено. Правда, это я забегаю в учение о сущности, но это вы и сами можете почитать. Что отрывать форму от содержания нельзя. И поэтому люди, которые хотят вас уничтожить, не говорят, давайте вас уничтожим. Говорят, давайте вас будем реформировать. Вы за реформирование? Я говорю, да, я за реформирование. Вы же сказали, я за изменение. Ну вот давайте, меняться. Потом смотрите, вас уже нету. Менялись, и все. Как некоторые пластические операции делают, 1,5 миллиона заплатят, потом вот перекосят ее, и вот ее начинают потом править. А уже никто не берется поправлять. Другие хирурги уже пластические не берутся. Тогда ей нужно идти к тому, кто ее изуродовал. И дальше ее уродуют. И потом цветущая была прекрасная девушка, она такая вся искореженная. И вся ее, так сказать, карьера уничтожена. А вроде бы она за изменением пошла. Но это если бы касалось отдельных людей, это касается целой страны. И могучего некогда государства преобразования. Поэтому я думаю, что вот мы, когда рассматриваем вопрос об изменениях, мы не должны видеть в самих по себе изменениях что-то такое само по себе положительное. А вот естественное мы должны видеть. Нет ничего. Мы должны настаивать на том, что нет ничего не изменяешь. И без нашего участия изменение идет. Правильно? Поэтому если наше участие в чем-то и может быть, в направленности этих изменений, вы на светлое и хорошее собираетесь направить или на гнилое, и разрушительные эти изменения. Вот это очень трудно определить. Иногда, так сказать, это нужно, так сказать, это требует очень серьезного обдумывания, серьезных исследований, в том числе и исторических. Так просто нельзя, так сказать, просто принимать любое изменение, просто потому что это доселе невиданное. Вот невиданное такое, чтобы у кого-то была квадратная голова. Хотя некоторые говорят, когда так голова болит сильно, говорят, у меня голова квадратная стала. Они, наверное, это этим выражают. Что как будто ее вот так сплюснули, что совершенно стало невыносимо сидеть и думать.
после вот таких бурных изменений, которые произошли, мы живем в той стране или не в той стране, в которой жили раньше? В той. С одной стороны, правда? Потому что Советский Союз был формой существования российского государства. Точно так же, как и царская Россия была формой существования российского государства. Вот. Что, так сказать, изменилось после создания Советского Союза? От него отпали две территории. Это Финляндия и Польша. А после тех блестящих преобразований Горбачевско-Ельцинских от него отпали еще и все остальные территории, которые спокон веку были в составе России. Это и не только Прибалтика, а это и Узбекистан, и весь Туркестан бывший. Да? Это Казахстан, в котором 42% казахов было раньше. Только. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это и Грузия, и Армения. И как после этого, так сказать, что значит после этого, того, что мы увидели, как можно считать изменения само по себе чем-то положительным? Ну, есть положительные изменения, а есть отрицательные. Более того, в любом отрицательном есть что-нибудь положительное. Это легко доказать. Вот возьмите, например, навозную кучу. Некоторые говорят: Михаил Васильевич, ну чего вы вот против этого выступаете? Давайте будем во всем есть плохом что-то хорошее. Я согласен. Возьмем навоз. В навозе вы смотрели, вот рассматривали, разглядывали навоз, там есть обязательно зерна. Овсяные есть зерна. И не только овсяные. Овсяные точно есть. Надо, если его так внимательно перебрать, и оттуда зерна все эти вытащить из навоза, промыть, просушить, потом смолоть и пирожки сделать, и кормить вас. Хорошо же? А есть еще такие вот неспокойные люди, которые вместо того, чтобы это все делать тщательно, они просто берут это, садятся на трактора, сеялки, засевают огромные поля, получают пшеницу и из нее делают. Ну вот, это чего это заниматься? Вот надо брать этот навоз и перебирать. И всю жизнь можно копаться в навозных кучах, исходя из того, что в каждом отрицательном есть что-то хорошее. Есть. В каждой плохой книжке есть какая-то хорошая мысль, особенно отраженная. Просто по той причине, что под отраженным светом тоже можно загорать. Вот под луной можно загорать? Вот. Загорайте. И никогда не обожжетесь. Зачем эти кремы все? Ложитесь вечерком, и, так сказать, луна как зайдет. Она же отраженным светом, солнечный же идет от нее. Солнечный, безопасно. Сейчас причем есть вот эти отличные есть и одеяла, есть подогреваемые электрические, включая, и простыни прямо включая. У меня есть, например, на даче. Как хорошо, зимой приедешь, ляжешь там, включишь, и тут так тепло, хорошо. А тут вы под луной лежите, и точно не сгорите. Красота. Ну, точно так же и, вот, скажем, все эти плохие книжки, их читаешь, смысла там большого нету, но что-то там же найдете же хорошее. Что-то там, как-то, где-то. Хотя есть другой способ читать, вот только гениально. Вот гениально, если только произведение будете читать, успеете прочитать за свою жизнь? Нет. Поэтому, говорит, мы будем читать плохие. Ну, потому что, говорит, все равно гениально не успеешь. Будем учиться на этих каких-то слабых книгах, поскольку на них дата вот свежая. А вот Гегель, он в 1812 году. А больше книг лучше по диалектике нету. Да и не может быть. Почему? Потому что, как, скажем, Аристотель создал формальную логику, ничего там не изменилось в смысле суждений и умозаключений. Вся классификация аристотелевская полностью сохраняет свою силу. Просто есть вещи, сделанные раз навсегда. Раз навсегда встали на две ноги. Но некоторые, конечно, и ходят и на бровях. Но это особый случай. Точно так же раз навсегда уже выяснилось, что дважды два – четыре. А не так, что дважды два – это три, там, семь, пять и так далее. То есть как-то есть некоторые вещи, которые уже установлены. Изменения – это настолько важная, так сказать, категория, и настолько при этом всеобщая, что именно потому, что она относится ко всему, и любые изменения подпадают под эту категорию изменений, поэтому, когда речь идет об изменениях, надо конкретно разбираться, к чему это изменение ведет. То есть, к чему ведет это неравенство с собой. Скажем, если человек занимается спортом, там, физкультурой, он, значит, бывает на свежем воздухе, если он
соответственно, питается и так далее, это ведет к чему? К лучшим условиям для его развития, правильно? И наоборот, если человек там погрязает во вредных привычках, вот сейчас вот идут люди как паровозы теперь, мало того, что курили, так теперь еще есть эти, вот с таким количеством пара ходят. Электронные испарители. Я помню, тогда любили у нас, вот девочки сидели из филфака, зайдешь туда, и так сидят. И так это курит, так это... Их много было там, много. Красивые такие девочки, это курит. А мы проходили мимо и сюда смотрели. Ну, разогнали это. Ну, новое придумали еще. Сейчас. Это изменение? Изменение. Конечно. То есть мы не должны ловиться на... То, что кажется вот привлекательным, изменение само по себе. Изменения бывают разные. Как позитивные, так и негативные. Вот. А поскольку они бывают как позитивные и негативные, то нужно их различать. И это, ну, это вот большое исследование. Доказать, что это негативно для чего-то, для общественного движения, для общества, для человечества, для людей. Или можно по-другому поставить вопрос, что является позитивным для одних, негативным для других. Вот я могу привести такие данные, которые я уже приводил, свежие, которые поступили, что у нас за прошлый год, при том, что у нас заработные платы в прошлом году, в 2016, составили 92,5% в реальном выражении от уровня 2013 года, 92,5%. А доходы реальные 90,5%. Количество долларовых миллионеров выросло на 10%. А в этой бедной Европе сократилось на 4%. Мы их тут перегоняем просто потрясающе. А в мире только на 3%. А Россия в 3 раза больше, чем во всем мире, имеет темпы роста по числу долларовых миллионеров. Вы гордитесь этим, нашей Россией? Нет? Надо гордиться, как это наше завоевание. Строй новый, вот на новой конституции построено так здорово, что прямо так все нацелено на подготовку. Ну, подумаешь, там кто-то там, нищий или слишком много бедноты. 19,8 миллиона. Меньше, чем прожиточный минимум получает. Мелочь. 19 миллионов можно и пожертвовать, чтобы вырваться в число государств, которые больше всех готовят миллионеров и миллиардеров долларов. Вот такая получается картина. Ну, а что, это хорошо для долларовых миллионеров? Хорошо же, правда? Те, кто не были, стали. Это же хорошо, положительно. А для тех, кого, так сказать, ущемили в связи с тем, что их доходы уменьшились, а денежки перетекли в карманы долларовых миллионеров и миллиардеров. Для них это плохо. То есть не скажешь, что здесь просто может быть хорошо или плохо. Надо брать определенный класс. То, что для одного хорошо, для другого плохо. Если я капиталист, а вы у меня работница, то если у меня прибыль выросла, это же хорошо. Правда? Но если она выросла за счет того, что у вас сократилась, так вам-то она зачем? Вам же не надо острова покупать, а у меня вот как раз не хватает на один остров. И тут как раз вот глядишь за счет, а вас много, вот каждому понизить, а мне уже, глядишь, и набирается. Потом у меня еще нет дворца в очередной стране. Вот сейчас один из заместителей Центробанка проблему решает. У него в Мексике очень много недвижимости. А вообще-то при его должности замдиректора Центробанка, ну, не очень это здорово, что у него недвижимость в Мексике. А быстро ему продать вот так не получается. Наверное, он по дешевке не хочет продавать. Потому что не для этого он покупал, чтобы по дешевке продавать. В Мексике. Ну, вот у него большие проблемы. Я не знаю, как он из этого выкрутится. А? Наверное. Ну, это долго. Это пока оформишь. Ну, понимаете, там это все. Там другая страна, другие законы. Как это все идет. Ой, как трудно. Как трудно жить богатым. Очень, очень трудно. Это вы даже не понимаете, как нам тяжело, скажут богатые. Правильно? Поэтому не бывает вот в общественной жизни так просто, что все отрицательно или что-то отрицательно. Для одних отрицательно, для других положительно. Нельзя сказать. Дескать, ничего, что у нас нет станкостроения, мы, возможно, купим.
А хорошо, что если мы купим, просто никто нам не продаст сейчас, поскольку у нас есть санкции. Правильно? В один прекрасный момент сделали санкции, и оказалось, что мы купить можем только в Китае. А Китай копировал наши станки. И там мы можем купить. Еще мы можем купить станки в Тайване, потому что Тайвань, видите, что Китай продает большой. Ну, что им не продавать? Все равно Китай продает. Поэтому бессмысленно не продавать, так хоть деньги от нас получит. И Белоруссия продает нам станки. А еще кто продает нам станки? А никто. А мы свое станкостроение, считай, загубили. В раз в 100 сократилось производство станков. А машиностроение вышло на уровень 90-х годов? Нет. Нет. И потом вы же, наверное, знаете, что вот сейчас наши протоны переделываются все. Потому что хорошие люди какие-то взяли и в контактных, там где контакты в ракетах, заменили драгоценный металл на другие, взяли и утащили при производстве ракет. Это изменение, согласитесь. Удешевили. Правда, они падать стали. Сэкономили на этом. То есть утащили в карманы, положили и унесли драгоценный металл, который использовались при производстве ракет. А теперь обратно эти самые ракеты все на доделку и ставят обратно эти драгоценные металлы. А уже несколько вот этих протонов упало. И каждый, как он упадет, так 4 миллиарда. К примеру. То есть категория изменения очень важная категория. Очень важная категория. И в связи с этой изменением вот, существуют разные концепции. Например, концепция консерватизма. Как вот вы относитесь к консерватизму? Консервы любите? Нет. Не любите? Хорошо, консервы вы не любите. А любите, когда если сохранят хоть то, что у нас осталось? Ну, хоть что-нибудь хорошее, если осталось. Надо сохранить или не надо? Если хорошее, надо. Ну, вот хорошее надо сохранить. Так это консерватизм будет. Потому что если все будет так это убирать и уничтожать, мы ничего не сохраним. Поэтому давайте сохраним хорошее то, что осталось. Это будет консервативная позиция. И даже я не говорю, за что я, как мы улучшим, что сделаем. Но давайте хоть сохраним, говорят консерваторы, давайте сохраним то, что осталось хорошего после всех этих вот реформирований и перестроек. Это хорошо. И хоть вы не любите консервы, я тоже не особенно люблю. Но лучше сохранить, чем добить остальное, так сказать, полностью то, что осталось. Но с другой стороны, если вы посмотрите на консерватизм, у него какая отрицательная сторона? Он противоположен вот этому расцвету, да, движению, вверх, развитию. Верно? Поэтому вот, мы с вами должны различать мы должны с вами консерватизм и, то есть, сохранение, то есть, как бы равенство с собой. Это равенство с собой, консерватизм. И вот изменения. А изменения бывают либо в положительную сторону, либо в отрицательную. Что значит положительное, отрицательное? Вы считаете, что положительное, я считаю, что в отрицательную. Тут субъективизм. Как уйти от субъективизма? Для этого надо рассмотреть другую категорию, а именно категорию развития. Развитие. А это уже тема следующего нашего занятия. Поскольку у нас конец? 20-20. А? Уже 20-20 прошло, а вы не протестуете. Я уже украл у вас 2 минуты. Ну вот. Я прошу прощения. Так, пожалуйста. В следующий раз мы будем изучать развитие.